Всем доброго времени суток. Сегодня базарный день. Вот, хочу показать вам парковку, которую я показывала пустую, где вне базарный день. Господи, люди учатся, в общем, водить свои авто. А в базарный день она выглядит именно так. На базар я не планирую сейчас, ну, может быть, зайду. А хочу вам заснять базар вечером. Какой остается после него бардак на улице, потому что все кидают и очищают овощи, и тут же все бросают. И как все это мгновенно, тогда же вечером, там, я не знаю, 8 или во сколько, все убирают, и на утро чистота и порядок. Постараюсь это вечером заснять. Сейчас день, и базар в самом разгаре. Ох, с этой паузы, с солнцем ничего не вижу. Ну вот уже свечерело, базар заканчивает свою работу. И вот такой везде раскардаш. Но к утру все будет вылизано и вымыто. Петрушку я хотела. Ну вот, я хотела показать вам обратную сторону базара. Меня это очень удивляет и, ну, нравится, что они как быстро мусорят, так же и быстро убирают за собой. Купила пучок петрушки. 2 лиры стоит, но пучок, в общем-то, огромный. Молоденькая-то, конечно, это считается как бы дороговато. Под конец базара она бывает и за 1 лиру. Ну, в общем, не стала я с ума сходить и за 6 рублей. А еще очень много падает овощей и фруктов. И потом люди ходят и вечером собирают это все за даром. Муж как-то пошел поздно на базар с зятем, и, в общем-то, сам он видел. Ну и дочь рассказывала, что такое практикуется. Сейчас самое, мне кажется, торговля, потому что цены понизились вечеру по 4 лиры. Черри, а мы почем взяли, забыла, то ли 3, то ли, да, по 3 мы взяли. О, вот это вот ягодки, которые я показывала с дерева, не знаю, что такое. Зычный мужчина. Финики. Ну и тряпочки впереди. Трикотажные кофтейки с длинным рукавом. Неплохого качества. 45 лир. А эти за 40. Ну вот, время 8 вечера. Вот такой бордельеро остался после дневного рынка. Я думала, уже 8 будут убирать, а 8 еще продавцы складывают свое богатство. Машины заезжают прямо на территорию рынка, ну и упаковываются. Сейчас пойдем посмотрим, там какие-то апельсины валяются. Нам срочно нужно это взглянуть. Не показывай пальцем. Ну, мы же не пойдем там рыться.
А завтра, вот уже утром, будет чистота и порядок. Я не одно утро это наблюдала. Вон оставшиеся апельсины, которые по скидке не продались. Ой. Восхищаюсь теми людьми, которые потом все это убирают. Перешагиваем. Опа. О, шелухи куча. Вот куча черри, которые тоже не продались по скидке. О, господи. Как после апокалипсиса. Вон собирают люди, про что я говорила днем. И мандарины, и зелень. Ну вот, вся большая территория рынка. Ну вот, наступило утро следующего дня, и на территории базара чистота и порядок. И теперь тут самые хитрые ставят свои машины. Когда это произошло? Ночью или рано утром? Мне сие неведомо. Мы до 10 вечера вчера гуляли, но никто не приходил с метлами и ведрами. А сегодня чистота. Вот такие чудеса в Турции мне очень нравятся.